tabir sıra isterim görüşmeye sizinle burada meydanda da. Ne var acınız söyleyiniz. Burada lazım şimdi bu meydanda, bu topluşta kabul edilen bir karar, rezolüsiye, da bu kararı yollama hepsi büyük elçilere, kim burada Moldova'da akreditovan, yollama Evrosoyuz'a, Sovyet Birliği'ne da bilsinler, hani gagavuzlar, çok dayanırlar, tencerdik söylerim, çok dayanırız. Da onlar sanırlar orada Kişinov'da, unionistler sanırlar, bu gagavuzlar onlar becermeyirler bir şey, onlar yapmayacaklar. Hadi biz statüs yaparız. То, что будет делать сейчас официальная власть, честь и хвала, что наконец они проснулись. Целый год они молчали, ни одного слова не говорили против унионизма, который ежедневно поднимает свою голову в Молдове. И честь и хвала, что наконец наши официальные власти, пусть даже после 27 марта, но все-таки проснулись. И было бы с нашей стороны неправильно, если бы мы остались бы в стороне. Поэтому мы вас всех призываем все-таки в субботу, 2 числа, выйти, поддержать этот марш. 27 марта мы увидели этот бардак, на мой взгляд, это беспредел был со стороны румынских унионистов, которые не то что подняли голову, они многотысячной ордой уже прошли по молдавской столице. И мне очень неприятно, очень обидно, что республиканские власти замалчивают, набрались в рот воды и вот так просто, бездарно отдают, либо продают наш суверенитет, нашу независимость. Мне очень обидно на самом деле, что сегодня руководство автономии действительно не реагирует молниеносно на эти вопросы, на эти задачи.